давно мы не виделись. Забыто кино прошлых лет, мои драгоценные. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будет ваш любимый формат видео примерка. Примерка в торговом центре. Мы сегодня с вами идем к стилистам. Они подберут мне несколько образов на весну. Мне самой интересен этот эксперимент. Мы приехали сейчас. Это торговый центр у нас. Перед нами Мегаполис называется. Находится он на метро Технопарк. Напротив у нас остров мечты. Я думаю, что это место многие знают. Вот мы непосредственно вышли из метро. Вот он, торговый центр. Здесь находится магазин VIP Style. Это очень красивая турецкая одежда. Пойдемте посмотрим, что же мне сегодня подберут. Магазинчик выглядит вот таким вот образом. VIP Style находится на первом этаже. И посмотрите, какая красивая коллекция здесь представлена в витрине. И что радует, 30% скидки. В общем, девочки, здесь, конечно, ассортимент вообще можно подобрать просто на любую фигуру. Очень-очень большой представлен. И платья ярких каких-то расцветок. И костюмы на любой фасон. Вы знаете, что для нас иногда бывает очень сложно подобрать необходимый размер, расцветку. Ну, а здесь... Это все представлено. Ой, посмотрите, какой костюм красивый. Расцветка такая яркая, прям необычная. Так, ну мы сейчас с вами, конечно же, что-то померим. Я пока что хочу посмотреть просто вообще, что представлено на полках. Вот такой вот фасончик. Кому нравится, в полосочку. Вот такие вот сейчас фасоны очень модно. Такие, знаете, как брюки спортивного кроя. Но все вместе с жакетом сочетается. Это великолепно. Мне сейчас интересно даже, что подберут мне. Вот такой вот костюмчик. Очень симпатичный. Я обожаю такую яркую расцветку. Меряем. А я приехала вот так. Итак, девочки, оцениваем первый вариант. Мне понравился просто безумно. Мы не уберем в учет обувь, потому что обувь это для примерки. Мы просто оцениваем с вами костюм. Вот этот костюм, это юбка-брюки. Ну, понятно, блузка, юбка-брюки. Юбка-брюки мне понравилась настолько, я как-то раньше даже не рассматривала такой вариант. То есть, по факту, смотрится как юбка, но носить очень удобно, потому что это брюки. Многие сталкиваются с проблемой женщины, у кого размер плюс сайз, что ну не очень удобно носить юбки. Но вот этот вариант, он просто вообще великолепен за счет того, что ну вот здесь все сочетается в целом. Напишите, как вам нравится. Мне нравится, что по пояс здесь именно блузка, что брюки, они длинные, силуэт удлиняется, и ты делаешься стройнее. В общем, я уточнила, до какого размера идет этот костюм. На мне сейчас 54 наш российский размер, и до 54 именно вот эта модель. А вообще в магазине представлены модели до 68 размера. Следующий вариант, девочки, вот такой вот легкий. Здесь совсем легкая ткань. Это натуральная ткань, хлопок со стретчем. Жакет здесь очень красиво сделан на кнопочках, карманчики накладные, брючки легкие, брючки немножко укороченные, рост у меня 1,70 м, и топик легкий-легкий, здесь топ с такой интересной птичкой. Это вот уже непосредственно идет костюмом. Напишите, как вам такой вариант. Мне очень нравится, что на кнопочках. Здесь, знаете, как обманкой так сделан вот этот пиджак. То есть такое ощущение, что это пуговички. На самом деле это кнопочки. А кнопочки, ну вы понимаете, что это очень-очень удобно.
вот такой вот яркий, желтый. Здесь немножечко у меня подвернута рукава, то есть рукав здесь нормальный, длинный. Ну и, соответственно, самое главное, костюм легкий. Ну, оцените. Девочки, следующий вариант вообще умопомрачительный. Мне он настолько понравился. Но это отдельно здесь топ. Топ вот такой вот коротенький. Пиджак. Пиджак здесь, обратите внимание, укороченный рукав и подобран. И отдельно это юбка-брюки на резинке. Большой размер. То есть зрительно удлиняет образ. Еще раз говорю, 1,70 м у меня рост. Здесь в брючках есть кармашек. Это вот, кстати, и под кроссовки тоже очень хорошо будет смотреться вот этот костюм. Но у меня в данном случае туфли очень-очень легкие. Здесь топ. Сейчас я сниму с себя, вам покажу. Просто фантастически. И брюнеткам, и блондинкам. И за счет того, что здесь длинные широкие брюки, удлиняется ваш силуэт издалека. Прям, знаете, у нас настолько приятное качество, как брюк, так и пиджака. Ткань просто восхитительная. Здесь не застегивается пиджак. Посмотрите, какие здесь кармашки. Вы это все можете посмотреть, кстати, на сайте магазина. Есть сайт, есть Telegram, можете там найти все эти модели. Ну, а самое главное, это, знаете, как скомпоновать все это дело. Вот, вот, видите как. То есть можно подобрать здесь какие-то узенькие брючки, можно вот так вот, как с юбкой. То есть, ну, вариант напишите, оцените по системе от 1 до 10. Мне очень понравился струящийся такой силуэт. А теперь вот такой вариант, девочки. То есть брюки остались те же самые. Брюки, юбка. Я сейчас вам поближе, когда их сниму, покажу. Отдельно топ. Майка здесь такая на бретельках. И сверху белый пиджак. Ну вот как вариант. Вот такой образ. Я все еще от вас жду комментарии, кому какой образ нравится больше. Вот этот прям вообще. Посмотрите, как здесь подвернут рукав. Рукав у жакета длиннее. Две пуговички здесь. Одна на запасе. Накладные карманы. Значок очень красивый. Знаете, так, такая вроде бы незначительная деталь, но она бросается в глаза. И вот таким образом все это смотрится. То есть на вот такую вот легкую весеннюю погоду вы вышли. И заинтересованные взгляды вам обеспечены. Мне кажется, симпатично смотрится. Так, девочки, следующий вариант. Здесь уже брюки на резинке, более длинные. Видите, какие? То есть, знаете, вот у кого высокий рост, иногда бывает проблемно найти такие длинные брюки. Здесь они зрительно удлиняют ногу. Брюки здесь на резинке в том числе, ну и на пуговице. Это 54-й наш российский размер, 48-й турецкий. Жакет здесь с одной пуговичкой. Вот костюм, он идет здесь без топа, то есть топ вы подбираете отдельно. Мне здесь подобрали вот такой вот топ, маечка, очень-очень легкий, просто можно сказать невесомый. Кстати, здесь смотрите, какая интересная тоже вставка сеточкой у топа. Ну и вот так вот по-деловому смотрится костюм. Здесь у пиджака обманные, по-моему, карманы или нет? Подождите, тут замок висит, да. Это обманные карманы. То есть кармана нет ни в брюках, ни в жакете. Но за счет длины брюки вытягивают силуэт. И, ну, по мне смотрится неплохо. Напишите, какой вариант вам больше всего понравился на данный момент. Сейчас еще с вами посмотрим, какие есть варианты. Мне прям очень нравится. Такой, знаете, я зеленого цвета всегда опасаюсь. Потому что, ну, блондинка, мне кажется, что сольешься с этим цветом. Но, как мне кажется, неплохо.
Как вы считаете? Хочу отдельно показать качество костюма. Как здесь все прошито, подкладка, как сделано, детали, внимание к мелочам. Ну и вот такой вот воздушный топ. То есть вот, допустим, я бы сама, мне не пришлось бы в голову, допустим, такой подобрать, выбрать. А вот девочки молодцы, подобрали. И очень красиво эти топы вот в сочетании с жакетом смотрятся. Вообще цвет огонь просто. Так, ну вот такой вариант костюма. Это сейчас такой пижамный вариант. Модно сейчас такие вещи носить. Широкие брюки с полоской. И, соответственно, здесь тоже все на кнопочках, на пуговичках здесь. Вип-стайл. Ну, давайте померяем. Девочки, ну и в магазине очень громко играет музыка, и она популярная, и дабы видео нам не забанили, очень понравилась длина брюк. Вот мой рост 1,70 м. И плюс еще каблук здесь у этих туфель 10 сантиметров где-то. И посмотрите, насколько длинные брюки. Я знаю, что какое огромное количество женщин с высоким ростом, и они не могут подобрать себе брюки, потому что они коротковатые. Вот это вот, ну, на 1,80 м смело, допустим, такие брюки можно взять. Топ здесь вот этот в комплект не входит. Но можно подобрать, в принципе, любой топ на ваш вкус, если вам нравится носить так. Можно носить и без топа в том числе. Очень красивые здесь пуговицы. Здесь пуговицы именно, не кнопки. Лаконичный. Это такой сейчас пижамный стиль, как мне сказали, тренд сезона. Мне безумно понравилось такое сочетание. Вот я уже поняла все свои ошибки, что мне лучше вытягивать силуэт, то есть делать ноги длиннее визуально. И для этого нужна вот такая вот струящаяся одежда. Вот эта одежда, она прям подчеркивает силуэт, и она скрадывает все лишнее. Ну, понятное дело, что фигура не идеальная, но за счет вот этого материала, за счет того, что он вот такой вот легкий, струящийся, то есть убрались все недостатки. Я, честно, прям была в восторге от такого варианта. Поняла, какой нужно вариант выбирать мне. Ну и взяла сумочку. Я тоже давно уже себе подбираю какой-то вариант. Мне нужна как раз таки вот такая небольшая. Мне понравилось, что сзади здесь есть замочек. Я не люблю сумки, которые вот так вот закрываются спереди. Очень долго доставать телефон, либо еще что-то. Здесь вот этот замок, это просто как спасение. То есть вы быстро достанете телефон, зарядку, либо еще что-то. Ну и, как мне кажется, по размеру она очень хорошо сюда вписывается, к этому силуэту. Ну и, как всегда, прошу вот этот вариант тоже оценить от 1 до 10. И вообще написать в комментариях, какой вариант вам понравился больше всего. Мне сразу хочется куда-то убрать руку в карман. Вот здесь вот кармашек. Сверху такое сочетание цветов черный. И вот такой вот бежевый. Всегда очень выгодно. Очень красиво смотрится. Есть капюшон. Ну, понятно, что он застегивается. Здесь есть вот такие вот сверху кармашки. О, прям, знаете, Золушка себя почувствовала в таком костюме. Красота. Вот, девочки, и если я его застегнула, посмотрите, как он смотрится, вообще просто, просто бомбически. Что-то я сама очень-очень хочу его взять. Очень красиво здесь вот эти вот пуговички выделяются на черном. И еще раз говорю, струящаяся ткань. Прям вообще классно. То есть можно и без топика, просто вот так вот в таком варианте. Напишите, как вам больше понравилось, с топиком или без топика. Так, ну и вот такой вот вариант, девочки. Это прям уже такой, знаете, совсем летний. Футболка.
интересная здесь, с цветочком, с цепочкой. Но это не входит в костюм. Сам костюм — это вот жакет и брюки. Брюки тоже длинные, на высокий рост. Это вот все на высокий рост. Просто будет идеально. Жакет удлиненный, на завязках. Завязывается посередине на талии. Но мне кажется, что вот так вот в незавязанном варианте он лучше смотрится. Тоже зрительно удлиняет фигуру. Напишите, как вам этот комплект. Рукав. Рукав здесь до середины. Можно его еще и расстегнуть, в том числе, знаете, как рубашечного типа. Жду ваших комментариев. Ну, сейчас вот такое платье с вами посмотрим. Интересной формы. Мне самое главное нравится цвет. Давайте посмотрим, как выглядит. В общем-то, это для меня такой интересный фасон платья. Я такие еще не примеряла. Оно, видите, такое асимметричное. Это римский стиль. То есть, с одной стороны, оно укорочено, с другой стороны, чуть длиннее. И плечо, получается, с одной стороны, вроде как должно быть оголено, с другой стороны, прикрыто. Ну, и вот здесь тоже так вот, знаете, как фотосессии так делают, когда тебе что-то нужно такое вот придержать, чтобы красиво было, чтобы падало. В общем, тоже здесь струящаяся ткань. Ткань здесь натуральная. Ну, и самое главное, конечно, преимущество этого платья — это то, что оно настолько ярко. Вот я обратила внимание, когда мы сейчас были в отпуске, какие красивые получаются насыщенные кадры, фотографии, видео, когда у вас такой яркий наряд. Ну и подчеркивает здесь талию довольно-таки плотный пояс кожаный. В общем, мне понравился. Необычный для меня образ, но мне понравился. Ну, а ваше мнение вы можете выразить в корректной форме в комментариях. Ну и у магазина VIP-Style, по-моему, практически все сети присутствуют. Вы их можете найти как на YouTube, ВКонтакте, в Телеграме, в запрещенной сети в Российской Федерации. Они везде представлены. Ассортимент одежды очень большой. Самое главное, что вплоть до 68 размера. Вы знаете, как нам тяжело подбирать одежду. Все-таки сетевые магазины, они не сравнятся ни в коем образе с такими вот магазинами с моей любимой турецкой одеждой. Костюмчики здесь, как вы видите, очень яркие, на любой вкус абсолютно. В общем, девочки, что касается торгового центра, давайте сейчас посмотрим с вами вкратце, какие здесь есть сетевые магазины. Ну, понятно, подружка, она практически везде, сейчас во всех торговых центрах есть. Кстати, напишите, как много людей сейчас ходит в такие магазины. Недавно у меня спор зашел, что очень многие сейчас покупают косметику на Вайлдберрисе, спортивную одежду многие покупают на Вайлдберрисе. О, кстати, обувь. Не знаю, что себе из обуви подобрать. Оу, уведите меня отсюда. Так, и я как бы говорила, что спортивную одежду сейчас очень многие заказывают на Вайлдберрисе. Это очень удобно, большой ассортимент. В магазинах не всегда все это найдешь. Сейчас многие люди мне пишут из-за границы тоже, говорят: Лена, какие у вас магазины остались из сетевых магазинов? Ну вот из сетевых, и у нас тоже в Зеленограде есть вот такой магазинчик Ойге. Но здесь на нас размер здесь не найдешь. Вещи здесь симпатичные, но размерчик, наверное, максимально вот XL. XL максимально. 1299 рублей стоят такие кофточки. Ну, кстати, ассортимент обновился. Логи. Ну и сейчас день.
Народу практически нет никого. Но согласитесь, все-таки одежда в сетевых магазинах и одежда, которую я сейчас показала, турецкая, совсем небо и земля. То есть если турецкая, она очень красивая, что ты прям загляденье, да, оторваться от нее не можешь, продавец требуется, то в сетевых магазинах, к сожалению, выбор не такой. Здесь, конечно, я буду не я, если я не подкреплюсь. В общем, здесь есть такой большой магазин «Перекресток», а при многих магазинах сейчас этой сети есть вот такие вот кафешечки. Уютные, что самое хорошее, это цены здесь приятные. Очень вкусно пахнет кофе и какие красивые десерты. Никак я не могу про них забыть. Сейчас что-то нужно такое интересное для себя выбрать. Помимо вкусняшки, которую я сейчас беру, и, конечно же, кофейка, здесь, видите, есть еще и сырники, и кашка рисовая на кокосовом молоке. Кстати, нужно попробовать приготовить омлет с ветчиной. Удобное очень место. Быстро, просто, вкусно и без очередей, ну и недорого. Так, ну что, выбрала я вот такое очень симпатичное трюфельное пирожное и кофе. Осталось попробовать. Знаете, оно сверху в такой обсыпке, что кажется, что это шоколад. А это шоколад и есть. А внутри? Внутри крем. Я думала, там что-то типа бисквита. Это как большая такая трюфельная шоколадная конфета. Так, ну что, дорогие друзья, основная задача у меня сегодня была выезд к стилисту, подбор образов от VIP-стайла. У них есть Telegram, запрещенная сеть в Российской Федерации, ВКонтакте, в Ютубе вы их тоже можете найти, если кого-то что-то заинтересовало. У них есть доставка по всей России, что очень удобно. Есть два магазина, один в мегаполисе, другой на метро Тульская, магазин большой расположен. Ну, а мне будет от вас интересно узнать, кому какой образ больше понравился, кто бы себе бы что купил, присмотрел, какой вариант больше. Как вы считаете, на какой рост, какой подходит, какая цветовая гамма. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Как всегда, всем желаю добра, удачи, позитива. Еду домой и быстрее монтирую для вас ролик. Пока-пока. Всем и женщинам, и всем хочется выглядеть красиво. Как же давно мы не виделись, забыто кино прошлых лет. Мои драгоценные зрители, шлю вам огромное.